Пособие и взносы по-новому. В Мордовии запускают пилотный проект по прямым выплатам. То есть уже с июля жители республики смогут получать выплаты по больничным листам, различные пособия напрямую от Фонда социального страхования. Об этом рассказали на пресс-конференции, где обсудили также вопросы информированности всех застрахованных работников. Обо всех плюсах и минусах в работе пилотного проекта. Репортаж Натальи Макшаевой. Представители Фонда социального страхования поведали журналистам обо всех аспектах прямых выплат. На встрече отметили, что в этом проекте участвуют 14 регионов и областей. И по прогнозам, к Новому году на систему прямых выплат перейдет вся страна. Со слов управляющей региональным отделением Людмилы Ивановой, это усилит контроль средств фонда, а также улучшит положение застрахованных работников. Это защита человека от нерадивости некоторых руководителей, от серьезных потрясений в экономике, и мы знаем не единичные случаи, когда люди не получают вовремя заработную плату, а раз не получают заработную плату, они не получают то или иное пособие. Получить средства работник сможет двумя способами. Или переводом на банковский счет, или передачей средств через почтовое отделение. На пресс-конференции рассказали, что подготовка к проекту проходит масштабная. Только на личном контроле Людмилы Ивановой 60 предприятий. Это значит, что без внимания не останется никто. Как работники больших организаций, так и малых смогут получать прямые пособия без задержек. Любой застрахованный работник, который стал временно нетрудоспособным, эти выплаты может оформить без особых затруднений. Если работник получил больничный лист, он приходит в свою также кадровую службу и отдает больничный лист. Одновременно пишет заявление в кадровой службе о том, что вот у него наступил страховой случай. Пишет заявление о назначении пособия. Все трафареты этих заявлений есть уже в каждой кадровой службе. Предприятие, видя вот количество этих обращений к нему, делает реестр, передает нам с указанием их счетов, куда мы должны перечислить. Мы делаем расчет и отдаем человеку. Получается, что для работника в плане оформления не меняется ничего. Нужно так же, как раньше, написать заявление и отдать в кадровые службы организации больничный лист. Только получать выплаты застрахованный работник будет со 100% гарантией уже через 2 недели. Представители фонда страхования отметили, что включиться в проект «Прямые выплаты» можно уже сейчас. И к 1 июля гарантированно получить свои деньги. Наталья Макшаева, Григорий Денисов. Наши новости.